Мумия кыштымского гуманоида – один из самых известных отечественных артефактов, якобы связанных с внеземными цивилизациями. Найденное в 1996 году пенсионеркой Тамарой просвиренное существо, согласно широко распространенной легенде, было инопланетянином. Те, кто своими глазами видел кыштымского карлика, утверждали, что гуманоид с длиной тела около 25-30 см и деформированной головой, мозговой отдел явно преобладал над лицевым, был жизнеспособен, постоянно пищал, двигал конечностями и даже принимал пищу. Просвирина якобы поила его водой и кормила конфетами. Как и подавляющее большинство подобных легенд, историю инопланетянина из Кыштыма окружает невероятное количество слухов и домыслов. Придется повозиться и перелопатить огромное количество самых разных источников, чтобы установить достоверность тех или иных сведений, или, напротив, опровергнуть устоявшиеся мифы. Чего только стоит впечатляющая история о том, как Тамара Просвирина в одну из майских грозовых ночей 96 года услышала некий голос свыше, который приказал ей встать и идти на кладбище, где пенсионерка якобы и обнаружила странное существо. В реальности же все было гораздо прозаичнее. Женщина наткнулась на кыштымского гуманоида возле колодца, находящегося рядом со школьной территорией. Вскоре после того, как Просвирина совершила свою удивительную находку, из-за обострившейся шизофрении она оказалась в психиатрической больнице. За то время, пока Тамара Васильевна отсутствовала, загадочное существо скончалось, а его уже мумифицированное тело позже обнаружил следователь кыштымского ГУВД Евгений Мокичев. Просвирина погибла в августе 1999 года под колесами автомобиля, а следствие пришло к выводу, что обнаруженные в ее квартире останки – выкидыш, то есть нежизнеспособный эмбрион человека. Кыштымского гуманоида следователь Владимир Бендлин отдал, возможно, не безвозмездно, представителям некой Международной академии фронтальных проблем, другое название – НЛО «Контакт», занимающейся установлением связи с космосом. С тех пор о трупе загадочного существа нет никаких достоверных сведений. Заместитель начальника по медицинской части городской больницы Кыштыма хирург Игорь Усков, в далеком 96 году лично осматривавший мумию на квартире у Просвириной, считает, что это был обычный выкидыш с черепом нестандартной формы, что можно объяснить генетической мутацией. Эта версия не лишена оснований, ведь 27 сентября 1957 года под Кыштымом на химкомбинате «Маяк» произошел выброс радиоактивных отходов, что могло повлиять на генофонд местных жителей. Сведения о кыштымской аварии были засекречены вплоть до конца 80-х годов. Работавшая в те годы в женской консультации, жена Игоря Ускова Ирина видела мумию кыштымского гуманоида и нисколько не сомневается в том, что Тамара Просвирина, а позже исследователь Владимир Бендлин, приняли за инопланетянина человеческий эмбрион. Что же касается формы головы, то, как утверждает Ирина Ускова, это врожденная патология, именуемая черепом в форме трилистника и хорошо известная медикам. Деформация происходит из-за возрастающего внутричерепного давления, в результате чего одни участки черепа западают, а другие, наоборот, выпирают. По мнению Усковой, данные внешнего осмотра свидетельствуют о том, что плоду было около 22 недель. В этом случае он не мог двигаться и тем более принимать пищу, ведь в таком состоянии эмбрион не жизнеспособен. При этом судмедэксперт Любовь Романова, которая также осматривала странное тело, придерживается несколько иной, нежели хирург Игорь Усков и его жена, точки зрения. Она считает, что кыштымского гуманоида вряд ли можно связать с аварией на маяке. Романова вспоминает, что тело источало странный неорганический запах, отсутствовали ушные раковины, теменные и височные кости, а также половые органы и задний проход. Как утверждают адепты Международной академии фронтальных проблем, тело кыштымского гуманоида на протяжении почти 10 лет являлось главной святыней контактеров с инопланетным разумом. А в 2005 году останки пришельца якобы захоронили где-то в Евпатории, перед этим безуспешно попытавшись сжечь и утопить. Согласно другой версии, мумию похитила летающая тарелка, зависшая над машиной, в багажнике которой везли мумию кыштымского гуманоида. Впрочем, все эти сведения сомнительной достоверности все равно ничем не помогут современным исследователям,
Журналисты, уфологи и прочие энтузиасты даже по прошествии 20 лет не оставляют кыштымского гуманоида в покое, до сих пор надеясь отыскать новые факты и, возможно, наконец-то поставить жирную точку в деле, на котором до сих пор спекулируют приверженцы различных маргинальных теорий. Известная поговорка гласит: «Нет тела – нет дела». Имея на руках мумию странного существа, называемого кыштымским карликом, ученые сумели бы провести ее полное исследование и, безусловно, дали бы исчерпывающий ответ на вопрос о происхождении гуманоида. К большому сожалению, такой возможности ученые лишены, однако помочь исследователям может не менее странная находка из Южной Америки. Речь идет о 15-сантиметровой мумии, найденной в 2003 году в пустыне Атакама. С легкой руки уфолога Стивена Грира о необычном артефакте из Южной Америки узнал весь мир. Любители паранормального, естественно, тут же заговорили о пришельцах из далекого космоса. Тем более, что внешний вид атакамской мумии до боли напоминает устоявшийся в современной культуре образ инопланетянина. Ата, именно так прозвали находку, даже стал героем документального фильма 2013 года «Сириус», который спродюсировал уже знакомый нам Стивен Грир. Вот только в двухсерийном уфологическом шедевре не нашлось времени на то, чтобы рассказать зрителям о результатах проведенных годом ранее научных исследований мумии. А все дело в том, что заключения иммунолога Гарри Нолана из Стэнфордского университета Калифорнии очень сильно расстроило тех, кто искренне надеялся на то, что Ата станет неопровержимым доказательством существования внеземного разума. Анализ ДНК показал: мумия из Атакамы принадлежит ребенку мужского пола с необычайно редкой генетической мутацией. Удалось даже выяснить, что матерью Аты с высокой долей вероятности была жительница Чили. Правда, все это не внесло окончательной ясности, ведь у ученых все равно существует несколько версий, объясняющих происхождение атакамского карлика. Например, ребенок мог страдать тяжелой формой карликовости и даже прожить порядка 6-8 лет. Согласно другой гипотезе, атакамский мальчик имел генетический дефект, который вызывает преждевременное старение организма. В этом случае ребенок мог состариться еще в утробе матери и появиться на свет в результате выкидыша уже мертвым. Вполне вероятно, что такая же участь постигла и кыштымского гуманоида, который с течением времени превратился в настоящую икону для многочисленных уфологов на протяжении десятков лет, безуспешно охотящихся за неуловимыми пришельцами из космоса.